Необычное искусство. Картины на коже можно увидеть в областной библиотеке имени Горького. Там открылась выставка работ художника и дизайнера из Киева Ольги Роженок. Одними из первых работы видели наши корреспонденты. Ольга Роженок – бурятка, которая долгое время живет в Киеве. Работает в технике росписи акрилом по натуральной коже. Ее выставка «Бурятские мотивы» уже побывала во многих выставочных залах Украины. Теперь представлена и в Запорожье. Всего в областной библиотеке можно увидеть более 30 работ автора. Природа Байкала, мотивы бурятских народных сказок и даже украинские обрядовые календари, писанки и крещение Руси. Такие работы, выполненные в необычной технике, признаются в библиотеке, выставляются впервые. Выставка очень интересна. Здесь действительно интересен бурятский колорит, то есть то, что не присуще нам, это северная российская глубинка. И поэтому, в общем-то, такого у нас еще не было. Увидеть бурятские мотивы Ольги Роженок в областной библиотеке можно до 1 марта.